хочется, чтобы каждый ребенок, подросток, который будет посещать этот лагерь, ничего не пропустил. Чтобы он сделал свой дневник, чтобы записал все свои ощущения, все свои беседы с интересными людьми. Школьники Трехгорки приобщаются к уличному искусству. Именитые мастера граффити проведут для ребят мастер-классы и творческие курсы. Вместе с ними раскрасят один из объектов школьного двора. Такая насыщенная программа запланирована для участников школьного лагеря «Культурный код». Это будут несколько сот килограммов краски, которые вчера, завтра привезут, а вчера договорились, а завтра привезут в большом количестве для ребят. Конечно же, и будем привлекать в этот лагерь наших педагогов с других школ, с другого округа даже приедут посмотреть и поучиться. Я думаю, мы полностью погрузимся в уличное искусство, от того, как оно зарождалось, до того, что происходит сейчас. Что происходит сейчас, они могут буквально видеть, выйдя из школы, вокруг себя, потому что такой масштабный фестиваль проходит. По случаю открытия лагеря устроили праздничный концерт. Художники с восторгом наблюдали за выступлением учеников. Ребята показали свои лучшие вокальные и танцевальные номера. Организаторы и гости фестиваля после участия в развлекательных конкурсах зажгли на танцполе. Соприкосновение наших ребят с искусством и творчеством знаменитых художников, художников со всего мира, оно даст им возможность развиваться эстетически и творчески. Сейчас в лагере занимается уже более 50 детей. Есть даже резерв по 3 человека на место. Так что лагерь пустовать точно не будет. Талисманом выбран кот. Культурный, конечно. Такую важную миссию доверили выпускнице Энрике. Лагерь учит детей общаться. То есть сейчас лето. Поэтому пусть они порисуют с художниками, и это будет хороший опыт для них. Для детей также проведут экскурсии по культурно-историческим местам округа и музеям столицы. Культурный код продлится до конца августа, а закрытие лагеря обещает быть грандиозным. Пройдет большой красочный флешмоб. Остальные идеи организаторы держат пока в секрете. А почему кот? Кот? Потому что мяу. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».